Рядом со мной Жевтунов Геннадий, представитель компании 1С франчайзи «Виктория». И Геннадий как раз-таки хотел нам рассказать про технологию работы компании. Да, у нас мы разработали уникальную технологию по автоматизации учета бизнеса наших клиентов. Уникальность этой технологии заключается в том, что мы подходим к вопросу комплексно. Идет комплексная автоматизация. Первым делом перед началом работ мы проводим обследование клиента, смотрим, какие требования у клиента есть к программному обеспечению, какие есть нюансы поведения учета в организации и в целом, какие требования предъявляет рынок к своим участникам. Уточняем еще дополнительную информацию, клиентам озвучивают, комплексно анализируем данную информацию и даем рекомендации по выбору программного продукта, по технологии запуска, настройки системы, либо типовое решение, либо потребуется, предположим, доработка системы. После того, как рекомендации даны, делается настройка системы, и далее уже проводится обучение. Обучение тоже у нас есть своя уникальная технология. Обучение мы проводим по сквозному примеру. Это позволяет клиенту проходить обучение уже на заранее подготовленной информационной базе с его реальными данными. Это позволяет провести обучение максимально эффективно. Геннадий, скажите, а есть ли какая-то целевая аудитория именно ваших клиентов, кому эта услуга больше необходима, чем другим? Да, смотрите, хороший вопрос. Данная технология, она работает как для крупных клиентов, так и для мелких клиентов. Вот. Мы сейчас говорим о небольшом бизнесе, это средний и малый бизнес. На сегодняшний момент на рынке пока из партнеров данную технологию никто не использует, мы одни из первых. Супер. Желаю вам успехов и, надеюсь, найдете клиентов. Точнее, они найдут вас. И скажите, как можно вас найти на выставке ProdExpo? Да, пожалуйста, обращайтесь. У нас 6-й павильон, улица технологий для ритейла. Очень много интересного. Готовы пообщаться. Спасибо.